Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Хочу показать вам точилку, которую сделал своими руками из подручных средств. Запчасти, которые я покупал в хозяйственном магазине. Точилка сама представляет собой систему Apex, но я чуть-чуть модернизировал его и доработал. В интернете много роликов, конечно, есть много роликов, как делать точилки и так далее. В основном все друг друга копируют. Делают вот такое основание и просто на это основание делают вот такие пластины. Некоторые делают магнитики, некоторые зажимают оргстеклом. Много модификаций я видел в интернете, но мою доработку никто не сделал. Я сделал вот так. Взял две пластины зажимают вот так лезвие. Все, клинок зажат. И вот так зажимаю барашкой. Все. Клинок зафиксирован. Его можно точить. Вот так выставляется угол, который вам надо. Вот так этот угол фиксируется. Вот так затачивается. Преимущество моей задумки в том, что клинок не вынимается. Положение меняется вот таким образом. Просто переворачивается скоба сама и зажимается обратно. Тем самым не меняется угол заточки. Он остается таким же, как и в начале. Когда вы переворачиваете нож, угол, тот, который вы сделали на той стороне, такой же, как и на этой стороне получается. Вот так я доработал эту точилку. Система сама совмещает два принципа. Принцип поворота, как у профиля, и принцип апекса. Конечно, тот, кто хочет сделать, чтобы было все точно, он может сделать точно. Здесь поставить шарниры, здесь сделать точные отверстия, вымерять размеры. Здесь тоже сделать точное отверстие. Вот эти пластины выточить у токаря. Но я сделал эту точилку, чтобы просто показать принцип, сам принцип работы. И все. Вот это я обклеил, точнее
насадил корма усадкой. Это обычная шпилька М8. Вот эту ручку я сделал просто из трубы. Впрессовал в нее гайку М8. Обычная трубка. Это уголки. В любом хозяйственном магазине можно найти эти уголки. Сюда можно поместить любой абразив. Можно поместить бруски разных размеров. Можно просто сделать, как и я, на обычное стекло приклеить наждачку, которая есть в любом автомагазине. И вот так можно заточить нож без проблем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями. Всем удачи!